Это Сергей Землянов. Он идет на работу, на завод. Сергей приходит затемно, к 7 утра. У него сегодня насыщенный день. А это молодой мастер Руслан Винокуров. В его жизни сегодня произойдет очень важное событие, поэтому он хочет уйти с работы пораньше. Сергей и Руслан трудятся на заводе ВСМПО «Ависма» в городе Верхняя Салда, крупнейшем мировом центре по выплавке титана. Сегодня мы проведем с ними 12 часов. Верхняя Салда – город в Свердловской области. Население – 47 тысяч человек. Поселение металлургов при заводе купцов Демидовых возникло в 1778 году. Сегодня город – крупный промышленный центр. Здесь базируется завод ВСМПО «Ависма» – мировой лидер по выплавке титана. Каждый третий житель города работает на ВСМПО. Сергей трудится в горячем цехе. Сергей Землянов, 54 года, шахтовщик. Родился и вырос в городе Верхняя Салда. Женат, трое детей и трое внуков. Отработал на заводе почти 30 лет. Из них 10 лет плавильщиком. Сергей ежедневно трудится в самом пекле. Буквально в 20 метрах от его рабочего участка температура выше 2000 градусов. Приходится при такой температуре высокой интенсивно физически работать. Здесь какие орудия труда? Кувалда, лом, лопата, метелочка. Сергей пришел на завод еще совсем молодым парнем. Первые 10 лет именно он бросал куски титана в раскаленную печь. Закончил я 8 классов и по велению сердца пошел в училище. Такая престижная по тем временам была профессия плавильщик. Ты уходишь раньше на пенсию. То есть люди у нас уходят с 60 лет, мужчины. А я ухожу с 50. Сегодня Сергей уже пенсионер, но он продолжает работать. Правда, плавкой заниматься перестал. Теперь его задача – упаковка готовой продукции. Наташа, давай крючки! Руслан тоже пришел на работу немного раньше. Руслан Винокуров, 27 лет, цеховой мастер. На заводе работает 7 лет. Пришел на производство после окончания техникума. Женат, двое детей. С женой познакомился на заводе. Сегодня оба трудятся в одном цехе. Цеховой мастер по меркам завода – руководитель среднего звена. Задача Руслана – раздать рабочим задания на день и следить за их выполнением. На его участке несколько сложных станков. Вот это вот у нас токарные станки, у нас их 12 штук. То есть вот... Обрабатываем бруски, после ковки поступает сразу к нам на станки. Мы обтачиваем их до определенной поверхности. Это вот токарно-карусельный станок. По внутреннему и по наружному диаметру идет обточка. После чего эта штамповка уходит на участок термообработки. Утренняя обязанность Руслана – принять работу от ночного мастера. Завод не останавливается ни на минуту, и мастера должны быть в курсе, что успел сделать сменщик. Но сегодня у Руслана праздник. У него родился второй сын, и они с другом Сашей сначала не могут говорить о работе. Поздравляю тебя с рождением сына. Спасибо. Давай, по работе. Рождение второго сына для Руслана – событие запланированное и желанное. Несмотря на свои 27 лет, он парень серьезный. Отучился на вечернем отделении в ВУЗе, а теперь полностью отдается работе и довольно быстро делает на заводе карьеру. Ладненько, пойду на участок. Давай. Еще раз. Ты домой? Да, домой. Ладно. Сразу на завод. Тут как бы даже я не задумывался. Хочу, не хочу. Просто устроился, вот начал работать. А потом уже женился, то есть у меня тут уже семья появилась. Купили тут квартиру. И, в принципе, уже мысли таких, чтобы куда-то уехать там. Уже просто не было. ВСМПО «Ависма» – крупнейший в мире производитель титана. Входит в корпорацию Ростехнологии. На заводе Верхней Салде трудится 15 тысяч человек. Они изготавливают титановые слитки и все виды полуфабрикатов из титановых сплавов. Компания поставляет титан для 300 компаний из 48 стран. В их числе Boeing, Airbus, Rolls-Royce. В 2010-м годовой оборот корпорации составил 24,5 миллиарда рублей. Терминатор бы не выжил в этом цеху, расплавился. Но Сергею нипочем даже слив жидкого титана, так называемая плавка открытым способом. Рабочие давно привыкли к этому почти инфернальному событию. Их цех превращается в подобие ада каждые полчаса.
Переплавленный с железом космический металл становится ферротитаном. Этот сплав добавляют в сталь, чтобы улучшить ее свойства. Вот мешок, здесь тонна ферротитана мелкой фракции, уже готового к отправке. Отправляют его в Сингапур, в Японию, в Германию. Температура в цеху резко поднимается. Воздух наполняет титановая пыль. В горле от нее першит неимоверно, поэтому Сергей, как будто врач, не приходит на работу без повязки на лице. Вредно работать вот в таком ритме, как вот я работаю. Но с другой стороны, я чувствую, что силы у меня еще есть. Где-то и детям немножко поможешь там. Поэтому пока еще чувствую в себе силы. Сил Сергею хватает, но уши не выдерживают. Помогают только беруши. Их рабочим, как и респираторы, выдают от завода. Шумит здесь главный агрегат шахтовщика – механическая дробилка. Они начинают вот так вот дробить, и получается на выходе такая мелкая фракция. Сейчас напарник бросает в пасть дробилки куски металла, а Сергей сгребает получившуюся крошку. За этой работой он проведет ближайший час. Титан. Металл более прочный, чем сталь, и почти в два раза легче нее. Температура плавления 2000 градусов. Даже при 500 градусах титан сохраняет прочность. Россия обладает вторыми в мире после Китая запасами титана. Из титана изготавливают шасси самолетов, обшивку ракет, используют для создания бронежилетов, медицинских протезов и двигателей эксклюзивных автомобилей. Средняя стоимость титана – $20 за килограмм. Вот эти два прутка на ультразвуковой контроль. Вот, сразу, возьмите в работу. Участок Руслана занимается шлифовкой и резкой титановых болванок и проверкой их качества. Даже микродефект может со временем привести к трещинам в титане, поэтому контроль на заводе по высшему разряду. Вова, слушай, вот эти вот заготовочки 890, которые прошли мехобработку, надо делать, будет выдать на термообработку, уже требуют. Делаем. Руслан моложе большинства своих подчиненных, но его слушаются. Сразу поставили, когда мастером, уже сразу начали воспринимать. Есть люди старше, есть моложе. Ну, общий язык, в принципе, находим со всеми. Молодой мастер отлично знает весь процесс работы, досконально изучил каждый станок, поэтому не дает невыполнимых заданий и четко планирует работу. Физического труда, конечно, нет никакого. Чисто вот в плане умственного такого вот напряжения, так скажем, ну, морально тяжело как бы бывает, когда много работы, загруженность большая. Пока ему не предложили стать мастером, молодой рабочий мечтал давить металл вот здесь. Вот это вот у нас пресс, самый большой пресс в мире, 75 тысяч тонн у него усилия. Гигантский титанический пресс – это сердце завода, самая горячая его точка. Здесь стоят самые большие печи, раскаляются до красна многотонные куски титана. А 75 тысяч тонн заставят принять нужную форму даже самый неподатливый металл. Закаленный титан в два раза легче и в четыре раза прочнее железа. Но лопата Сергея проживет не больше месяца. Это знаменитые титановые штыки и совки, которые завод выпускал в тяжелые 90-е, чтобы хоть как-то сохранить производство и не обанкротиться. Садоводы считали такие лопаты вечными. И действительно, землю титановая лопата может копать бесконечно. С ферротитаном все иначе. Потихоньку, слой за слоем снимается от соприкосновения с металлом. Потом образуется такие отверстия, дырки. Потом он начинает нагнуться. Достаточно перебросить несколько сотен тонн, и лопата из прочнейшего металла придет в негодность. Средний срок ее жизни – полгода. Получается, Сергей оказался значительно прочнее титана. Рабочая смена еще не закончена, но Руслана отпустили пораньше. Сегодня он должен забрать жену Луизу с новорожденным сыном из роддома. Медсестрам конфеты, жене цветы. Сын родился. Поздравляю вас. Спасибо. Руслан и Луиза познакомились на заводе, работали в одном цехе. Сейчас оба неплохо зарабатывают. У Руслана бюджетная иномарка. А недавно супруги купили трехкомнатную квартиру. У старшего мальчика, пятилетнего Марка, есть детская. Только что родившегося малыша родители пока поселят в спальне. Вот у него тут кроватка. Здесь он, у нас уже все готово,
рядом с нами как бы вот. Многие одноклассники Руслана уехали жить в Екатеринбург или дальше, в Петербург и Москву. Сначала парень переживал, что остался, тянуло вслед за друзьями. Но сегодня он доволен жизнью и живет лучше многих уехавших. В Сауде есть перспективы, и город развивается, да. И здесь как бы можно найти себя. Но основная масса все равно едет и не возвращается. Думаю, ничего плохого в этом нету. Каждый ищет себя там, где ему комфортно. Для комфорта малыша Руслан сделал в доме косметический ремонт и купил сыну новую колыбельку. Теперь осталось забрать конверт, и можно ехать в роддом. Дробление и фасовка ферротитана почти закончены. За эту смену Сергей перекидал целых 11 тонн металла. И это его ежедневная норма. Ну, здесь, конечно, для души. Там для поддержания штанов. Всем привет! Большой и радостный. Неизменная лопата нужна и при плюс, и при минус 30. Работа в раскаленном цеху требует серьезного охлаждения. Сегодня у Сергея значительная дата. Первый раз он окунулся в ледяную прорубь ровно 25 лет назад. Я человек увлекающийся. Как-то раз по телевизору видел моржей. И все, я загорелся. Я вот хочу стать моржом. Теперь Сергей глава клуба из 30 моржей. Он единственный ходит на каждое купание. Перед нырком обязательные йога-позы. Их шахтовщик выучил по видеодиску. Плывем. Самая крутая температура была в 2006 году. На крещение с 18 до 19 января 42 градуса вот здесь. Нас откупалось 7 человек. Даже от проруби виден завод. В Салде вся жизнь завязана на выплавке титана. И люди готовы жить здесь. Сергей нашел себя в родном городе. Его уважают друзья и коллеги. Да и сам он может взглянуть на себя со стороны без боязни. Вижу довольно-таки крепкого молодого человека. В душе я еще мальчик. То есть, ну, доволен я собой, доволен. Будет здоровье, будет все. Будет и жить интересно, и работать, и все остальное. В этом году в городе начнется строительство так называемой «Титановой долины». Проект одобрил Владимир Путин. Это особая экономическая зона со сниженными налогами и таможенными пошлинами. В «Титановой долине» разместятся новые предприятия по обработке титана, созданию полноценных титановых изделий. Это позволит корпорации ВСМПО «Ависмо» превратиться из поставщика сырья в производителя полного цикла. Для Свердловской области «Титановая долина» означает 1000 новых рабочих мест и серьезное улучшение уровня жизни. Руслан доехал до роддома. Встречать нового члена семьи собрались все три поколения родственников. Старший сын Марк очень ждет младшего брата. Наконец-то и ему будет кого воспитывать. Новый роддом открылся всего неделю назад. Построили его на деньги завода, но принимают здесь всех городских рожениц. В старом роддоме там раньше был детский садик. Как бы здание довольно-таки старое. Не совсем уютное, так скажем, там. По сравнению с этим, с новым роддомом. Здесь уже и палаты и современные, оборудованные. И вот момент, которого Руслан ждал весь этот день. Сейчас он впервые увидит сына. От волнения явно смущается. Привет. Привет. Чё? Как дела? Маленький. Миша. Михаил. Имя выбирал. Старший сын. Младшему сыну пока выбрали только имя, а вот старшему уже подобрали будущую профессию. Марку явно придется хорошо учиться. У папы на него большие планы. Мне бы хотелось, чтобы он получил образование, может быть, в сфере юриспруденции, адвокатской деятельности, может быть. А пока семья Винокуровых отправляется праздновать. Теперь в расширенном составе. Этот день Руслан запомнит на всю жизнь.